Ты теперь как увядший лист, и люди ямы пришли за тобой. Ты стоишь во рту смерти, и тебе нечего взять в дорогу. Сделай себя светом, быстро сражайся, будь умным. Чистый, без грязи, ты придешь в небесную страну арийцев. Ты теперь в конце жизни, ты идешь к царству смерти. Нет у тебя дома между мирами, и тебе нечего взять дорогу. Сделай себя светом, быстро сражайся, будь умным. Чистый, без грязи, ты не вернешься к рождению и смерти. Постепенно, шаг за шагом, минута за минутой, умный да очищает себя от грязи, как кузнец серебро. Как ржавчина поедает то железо, из которого она возникла, так и тот, кто нарушает монашеский устав, сам себя ведет в плохое рождение. Мантры становятся грязными, если их не повторять. Дома становятся грязными, если за ними не следить. Грязь красоты – лень, грязь часового – невнимательность. Грязь женщины – плохое поведение, грязь предаяния и жадность. Все плохие элементы сознания – грязь, в этом мире и в другом мире. Грязнее всей грязи незнание – это самое грязное. Убрав эту грязь, станьте чистыми, монахи. Легко жить бесстыжему, наглому, как ворона, хаму, хвастливому, распущенному, грязному. Трудно жить скромному, всегда совестливому, искреннему, внимательному, чистому, видящему. Тот, кто убивает живых, говорит неправду. Берет в мире то, чему, что ему не дано, ходит к чужой жене, пьет вино и водку. Кто делает все это, тот сам выкопал свой корень в этом мире. Знай это, человек, злые дела трудно остановить. Несправедливость и жадность заставят тебя долго страдать. Люди дают по своей вере и чистоте. Кто недоволен тем, что едят и пьют другие, ни днем, ни ночью не может войти в самадхи. Кто отрезал такие мысли, кто вырвал их корень, тот и днем, и ночью может войти в самадхи. Нет такого огня, как половое влечение, нет такой оковы, как ненависть, нет такой сети, как обман, нет такой реки, как желание. Легко видеть недостатки других, свои же видеть трудно. Чужие недостатки показывают, как солому, свои скрывают, как шулер скрывает неудачный просок костей. Тот, кто ищет недостатки у других, всегда жалуется. Грязь его возрастает, он далек от очищения. В небе нет тропинок, нет монаха, кроме тебя. Люди наслаждаются заблуждениями, которых Будда не имеет. В небе нет тропинок, нет монаха, кроме тебя. Нет вечной материи, не сдвинуть с места просветленного. Не тот стоит в истине, кто сразу бежит за целью. Умный исследует, где цель, а где отсутствие цели.